Говорят, что крутые играют без компаса. Мало ли что говорят. И всегда понимают, где сами находятся. Ну молодцы, чё? Говорят, что на карте нубы отмечаются. В смысле нубы? Почему у меня так не получается? Я догадываюсь, почему. Прячется Хэра в глубинном гнезде. Это вдалёк от деревни. Ну и вот она, Хэра. А выход-то где? На этом мы и полномочим всё. Оставаться здесь вряд ли кто-то захочет. А Хэра захотела. И искать свою тень, если монстры замочат. Ой, было дело. Встаю и куплю. И на карту смотрю, вот карта моя, ну а где же тут я? По кристальному пику с фонарем я брожу. Фонарь — это хорошо. А кристального сердца не нахожу. А вот это плохо. Шипы меня колют и лазеры жгут. Неприятно, наверное. И поршни хотят затоптать там и тут. Я их понимаю. Даже Корнифер мне тут ничем не помог. А такое бывает? Раз не знаю, где я, зачем карта дорог? Ну да, логично. Кристаллический страж ничего не сказал. Может, он сам не знал. Уронил свою шапочку и убежал. Подлый трус. Встаю и куплю. И на карту смотрю, вот карта моя, ну а где же тут я? Королевские стоки — прекрасное место. Откуда инфа? Привлекает жуков со всего Хэллоунеста. Пруфы. Заблудиться легко, а вот выбраться сложно. Ну что ты разнылся? Но с компасом это хотя бы возможно. Дайте этому сосуду компас. Слепую блуждать больше нет моих сил. Неудивительно. Кэзэлли за компасом, я в магазин. Так бы сразу. Среди амулетов он есть наконец. Да уж, наконец. И я отправляюсь в Белый дворец.